просыпаюсь каждым утром, слышу Вова, вставай. И понимаю, что не спрятаться от них никуда. Зубная щетка и расческа, бутерброды и чай мне уготованы на долгие года. Дорога в школу, 7 уроков и обратно домой. Обеда снова за уроки, после ужина спать. Ведь так 6 дней, а на 7-й, когда у них выходной, никто из них не знает, чем меня занять. Но то, кто Вовочкой зовется, никогда не грустит. Сегодня знаю вся планета именно это. И если ты всегда на Штирлице мечтал походить, будь на чеку и будет некогда грустить. Они не подозревают, что за ними следят, и потому не выбирают выражений своих. Они о том, чтоб я их слушал, мне все время твердят, забыв, что я и так все время слышу их. Так оставаясь незамеченным у всех на виду, осуществляю наблюдение свои круглый год. И честно вам признаюсь, что уже лет 10 не жду, что вдруг от них услышу новый анекдот. Но тот, кто Вовочкой зовется, никогда не грустит. Сегодня знаю вся планета именно это. А дело в том, что все должны как можно раньше понять. Нет ничего смешнее просто наблюдать. Обещают самый главный секрет. Когда я вырасту, как будто я хочу его знать. И вся беда в том, что хотел бы я того или нет, мне все равно придется все же вырастать. Но тот, кто Вовочкой зовется, никогда не грустит. Сегодня знаю вся планета именно это. А чтоб вы сами убедились, что я правду сказал, я допою, а вы смотрите сериал. Изобретение. А что ты изобрел? Штуку, которая помогает проходить через стены. Да? Как называется? Дверь. Как глупо начинать работу родителей и учебу детей в одно и то же время, понимаешь только по утрам, когда стоишь в очереди в туалет. Сегодня, уставший от моих опозданий в школу папа, решил довезти меня туда на машине, а заодно забросить сестру в институт, маму в поликлинику и бабушку в сберкассу, заплатить за квартиру. Все очень обрадовались, когда папа выступил с этим предложением. Отличная была идея, ничего не скажешь. Так, побрились, чувствую себя на 20 лет моложе. Что ж ты на ночь не бреешься? Конечно, может быть, это не мое дело. Но вчера я видела, как ты выходил из пивной. Что поделаешь, не могу же я там жить. Зарядка. Есть два способа зарядки. Первый – гири поднимать, а второй – перед работой закатить с утра скандал. Ой. Ты мой китель почистила? Да, дорогой. А брюки? Конечно. А ботинки? А у тебя и там карманы есть? Что-то я давно не видела твой дневник. А я его Ваське дал. Родители попугать. Черт, кажется, не докрасил один глаз. Одень черные очки. Папа! Представляете? Милиционер изнасиловал девушку. Посадили обоих. Его за изнасилование, ее за сопротивление работников милиции. Вот дура! Что ты сказала? Скажи честно, сколько тебе нужно времени, чтобы через 5 минут ты была готова? Вот вы говорите, я вам в тягость. А кто, как не вы, из меня сделал тещу? Похоже, я успею дочитать книжку. Вполне мог бы еще часик поспать. Ой. Не ходила бы ты, доченька, по своим этим дискотекам. Оглохнешь ведь.
Спасибо, мама, я уже позавтракала. Человек на 80% состоит из жидкости. Так вот, у вас эта жидкость тормозная. Что читаешь, сынок? Да вот книжку нашел. Лесбиянки называется. Что? Бианки! Лес! Пап, у нас в школе назначили мини-родительское собрание. Ты, я и Мария Ивановна. Что, опять меня вызывает? Ага. Ну и что ты вчера натворил? Ничего. Значит, позавчера. Позавчера еще меньше. Позавчера это вообще не было. Вывели новую породу охотничьих пчел. Огромные, как медведи, и злые, как собаки. А мед-то они приносят? Конечно, приносят. Отбирают у бабок на базаре и приносят. А сберкасса-то сегодня работает? Ты случайно не знаешь телефона сберкассы? Нет. Ну, хотя бы приблизительно. Храните деньги в сберегательных баксах. Молчи уж. Ты сперва выучи, сколько будет 2×2. 4. Оптом 3, а по безналу 5. Ой, что-то душно. Пойду на улицу. Ну, хоть что-нибудь ты делаешь быстро? Да, устаю быстро. Да я в твои годы и по ночам вагоны разгружал, пока не поймали. Когда выйду на пенсию, ничего не буду делать. Абсолютно. Первые месяцы буду сидеть в кресле-качалке. А потом? Начну качаться. Ну, кажется, собрались. Дедушка, мы ушли. Водки, пожалуйста. Водка кончилась, к сожалению. Еще 3 дня назад. Простите. Водка кончилась 3 дня назад. Значит, связной из центра ждет меня уже 4-й день. Надежная оборона должна быть похожа на зарытый в землю шланг. Такая же гибкая, скрытая и непрерывная. Товарищ генерал, вы заявляли, что собираетесь взорвать ядерное устройство мощностью 5 килотонн. Но мощность взрыва была большей. Да. Мы сами думали, что 5 килотонн. А ну-ка. Куда, по вашему мнению, следует девать устаревшие атомные бомбы? Продавать противнику. А то, понимаешь, понаделали мы их на свою голову. А какая ваша любимая игра? Футбол. А любимая команда? Ротоподъем. Американцы грозят нейтронной бомбой. Они говорят, что тогда у нас все живое погибнет, а ценности останутся. Применим симметричные, адекватные меры. Но гораздо более гуманные. Зашлем к ним батальон прапорщиков. У них все ценности исчезнут, а все живое останется. И вообще, не стоит так бояться Америки. Вы знаете, что в их вооруженных силах говорят молодым солдатам? Говорят, у России есть такие вооруженные силы, как ВДВ. Так там на одного ихнего 2 наших надо. Но это еще не все. Есть морская пехота. Так там на одного ихнего 3 наших надо. Но самое страшное – это войска особого назначения. Стройбат называется. Так тем зверям оружие вообще не дают. Вовочка, надеюсь, я не увижу сегодня, как ты списываешь контрольную работу. Я тоже на это надеюсь. Как надоела эта школа. Прям хоть в институт поступай. Для того-то нас и мучат эти школы столько лет, чтобы нам сбежать хотелось на работу поскорей.
Доктор, у меня проблема с нервами. Что вас беспокоит? У меня нехорошее предчувствие. Каждую ночь жена сквозь сон кричит: «Нет, Вася, нет!» Вас Вася зовут? Я Юрий. Ну что же, Юрий, пока ваша жена кричит «нет», можете спать спокойно. Вот когда она начнет кричать «да, Вася, да», вот тогда приходите. Следующий. Ну что, доктор? Я получила результаты ваших анализов. Вы совершенно здоровы. Я просто порекомендовала бы вам летом побольше дышать свежим воздухом, а зимой потеплее одеваться. Спасибо. Следующий. Ну что? Прописала летом отдых на море, зимой норковую шубу. Доктор, я не у вас забыла бюстгальтер. Да нет. Значит, у окулиста. Ну как, не цепляет? Не цепляет. Ребят, ну вы пошли, поели. Третий день сидите. Лечиться вам надо. Травки попить. Ага. Может, нам еще шприцов покурить? Ну и последний вопрос. Что поднимается за 3 секунды? Не знаю. А вы? Артериальное давление. Верно. Артериальное давление поднимается за 3 секунды. А то, что вы не знаете, поднимается за 10 секунд. В среднем. Ваши документы? Зачем тормознул вначале? Я что, быстро ехал? Нет, низко летел. 220 километров в час. Чего, начальник, ты гонишь? Какие 220? Да я еле плелся, 15 километров, не больше. Этот мерин вообще больше не потянет. Ты еще вообще скажи, что стоял. Да, я стоял. Угу. Почти. Знак «стоянка запрещена», видишь? Да. Гони 500 рублей. Надеюсь, ты знаешь, как заниматься сексом, чтобы не было детей? Конечно. Отправить их к бабушке с дедушкой. Мужик, я бы тебе дал денег. Ты же все равно проедешь. Написано на доске. Саркисян. На языке вертится. Выплюнь немедленно, это серная кислота. Что-то я устала от того, что ничего не происходит. Так нельзя. Если кажется, что скучно день проходит трудовой, сделай все, чтобы тот же вечер оказаться в новостях. О, идея. Какого цвета раствор у тебя получился, Саркисян? Синий. Молодец. А Катенька, а у тебя? Зеленый. Умница. Вовочка, а у тебя? Чёртый. Ложись! Ну вот, рабочий день закончился. Пора прошвырнуться по любимым местам. Нет, пока работаю. Но у меня сейчас собственное коммерческое дело. Я занимаюсь торговлей предметами женского туалета. Успешно? Вполне. Правда, у жены еще остались кое-какие вещи, но теща уже сидит дома почти голая. Понимаю. У вас нет ли чего-нибудь от голода?
Мы ядами не торгуем. Ты слышал, что вчера Адам открыл ювелирный магазин? Как же. Только сработала сигнализация, и его накрыли. Пойдем. Ну, мама, мы пошли домой. Господи, почему орет ваш ребенок? Чего он хочет? Он хочет орать. Слушайте, меня мучает бессонница. Я всю ночь ворочаюсь сбоку на бок. Вы знаете, если бы я ворочался всю ночь сбоку на бок, то я бы тоже не мог заснуть. Да. Но у меня муж храпит. О, уж я вам говорил, кто храпит, засыпает первый. Подожди меня. А у вас две работы свежие? К сожалению, вчерашние. Ну, давайте. Защитные средства есть? Молодой человек, какие защитные средства? Это же аптека, а не Министерство обороны. Извините. Слушайте, я хотел вас спросить, что это у вас для детей? Откуда у меня могут быть дети? Мы нигде не бываем, и к нам никто не ходит. Правда, в последнее время у моей жены каждый день обедает Рабинович. Ну что же вы так беспокоитесь? Уже днем приходит обед, а не ночью. Ага, вы плохо знаете Рабиновича. Он может переночевать и днем. Может. Черт, в кино опаздываю. У вас спирт есть? А у вас рецепт есть? Есть. Банка воды, ложка дрожжей, полкило сахара. А генерал говорит: товарищ солдат, если кто-то из вас хочет мне что-нибудь сказать, то лучше молчите. А почему генералы марш-бросков не бегают? А им вообще бегать нельзя. Когда они в мирное время бегают, все смеются. А когда военные, паникуют. Еще раз будешь так стрелять, я не знаю, что я с тобой сделаю. Да ты все грозишься, Василий Иванович. Ну и когда он начал ко мне приставать, я сказала, что не хочу его видеть. И что? Выключил свет. Ой, папа же сегодня за рулем. Как же он будет выпивать? Надо бы проконтролировать. Сейчас проверим, есть ли у тебя сила воли. Есть у тебя сила воли. А какие у вас пчелы? Ты свинья, знаешь? А вот такие у нас пчелы. А как же они в улей влазят? Бежат, но глазят. У вас поесть не найдется? Не ем. Не стыдно вам на улицу милостыню просить? Пробовал дома просить. Не дают. Вина и фруктов. А точнее? Ну, пол-литру и закусить. Что там у вас есть? Только котлеты. Слушайте, у вас меню масса блюд. Это для возбуждения аппетита. Ладно, неси. Ну что, как жена? Ой, жена умница. Все успевает. И на кухне, и в постели. Я ей прямо на кухне и постелил. Хорошо готовит? Ой, пельмени так делает. Тают во рту. Она что, их не размораживает? А ты же вроде и заходил, Руссе. А я кот подобрал. Чтобы своей добиться цели, надо очень захотеть. И тогда не остановят ни замки, ни часовой. Скажи, если бы я хотел тебя поцеловать, ты бы стала сопротивляться? Конечно, я бы стала сопротивляться, ведь мы так мало знакомы. Но сегодня я ослабела. Нет, ну правда. Что будет, если я тебя поцелую? Ой, ты
ты анатомию изучал? Ничего, ничего. Ну, а теща? Очень разговорчивая. Летом была на курорте, так у нее язык загорел. Ты запомни, самое главное не перечить. А как это сделать? Да нет, ничего проще. Надо проявить терпение. Дай ей возможность говорить столько, сколько ей захочется. И вот увидишь, что через какое-то время она начнет сама себе перечить. Ну, траур. Вчера умер один из наших постоянных клиентов. Замечательный был человек. Каждый день заказывал по 30 кружек пива и 2 литра водки. А от чего он умер? Понятия не имею. Как свадебный подарок? А, машина? Супер. Представляешь, сегодня успел на ней на водительскую комиссию шоферскую, на техосмотр съездил на рынок, купил крылья, в автосервис успел, заехал, поменял, еще успел в магазин за тосолом. Как бы я все это без машины успел? О, смотри, только мне не попадайся. И не пей за рулем. Ты сам на машине. Я ее здесь оставлю. А, здесь угонят. Я подожду, пока покрасят, потом найду. Ну, на ход ноги. Давай. Все, теперь пока все не допьют, не разойдутся. Ну и молодежь нынче пошла. Волосы короткие, все в брюках. Парня от девушки не отличишь. О, взгляните на это создание. О, это моя дочь. Ой, простите, я и не знала, что вы ее отец. Я отец, я мать. Ой, простите еще раз. Ну и, а вы что? Что, следите, что ли, за ней? Угу. Контролирую. Я ее в строгости воспитываю, никаких гулянок. Пока замуж не выйдет, дома должна быть не позже 8. А то мне надоело купать и укладывать внука. Да. Честно говоря, взрослая жизнь довольно однообразна. Целыми днями эти взрослые учатся, ходят на работу, бегают по магазинам и воспитывают детей. Да, еще они почему-то пересказывают друг другу плоские анекдоты. Наверное, потому что плоских анекдотов в голове больше помещается. То ли дело быть ребенком. Никакой ответственности. Если хочешь быть ребенком вплоть до старости своей, о родителях забойся, чтобы жили лет до 100. Мне на 5-й этаж. Ой, дома. Когда приходишь домой, ноги вытирай. Могу и не приходить. Так. Привет. А ты где была? Со Светой в куклы играла. И кто выиграл? Знаешь, мама, все мужчины одинаковы. Ты права, но это не значит, что ты должна проверять это каждый день. Иди в комнату, мне надо с папой поговорить. Дорогая, ты это напиши мне все на бумажке, а я утром проснусь и все-все прочту. Идите в комнату, сидите и молчите. Нет, все-таки родители странные люди. Почему? Сначала они учат нас ходить и говорить, а потом заставляют сидеть и молчать. Вот такой выдался денек нынче. Как говорится, без происшествий. Но на прощание, как всегда, загадка. У Шварценеггера это длинное, у Джима Керри короткое. У Мадонны этого вообще нету. А Папа Римский этим давно не пользуется. Что это? Вова! Это фамилия. Пока.